День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы разбираем тему с нашей авиакомпанией Air Baltic, потому что возникла опять ситуация такой двойственности в жизни этой компании. Они уже случались не раз, и сегодня как раз мы об этом тоже поговорим. А поможет нам в этом доктор экономики, моя коллега, редактор журнала онлайн, журнала «Балтийский курс», а он был еще и обычным журналом, и, наверное, стал одним из первых онлайн-журналов, Ольга Андреевна Павук. Добрый день, Ольга Андреевна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Да, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии вы знаете: 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, делать свои комментарии по поводу этой темы. Я думаю, что она очень многих волнует, поскольку услугами этой компании мы все так или иначе когда-то пользовались и, наверное, еще воспользуемся. А сейчас я бы хотела немножко вернуться к истории. Итак, мы благодаря вашим публикациям, которые были сделаны в 2011 году и еще ранее или позднее. Сейчас мы посмотрим. Я тут распечатала их. Да. 2011 год это был, обе публикации, одна была раньше в сентябре, а другая была в декабре, и эти публикации касались пополнения уставного капитала Air Baltic и конфликта латвийского правительства с его руководителем тогдашним Бертольдом Фликом. И вы тогда комментировали этот конфликт, расписывая, ну, в принципе, историю этой компании. Я хочу напомнить радиослушателям как раз вот основные такие моменты этой истории, которые вы отразили в этих статьях. И дело складывалось так, что Флик пришел к руководству Air Baltic в 2001 году, по рекомендации руководства САС, скандинавских авиалиний, которые тогда были тоже одним из акционеров компании. И фактически он поднял Air Baltic с маленькой локальной авиакомпании, у которой было всего лишь навсего 16 маршрутов и 6 самолетов, до, в общем, регионального игрока, и дело даже было, ну, осложнено или, наоборот, получило какой-то новый оборот благодаря кризису, потому что именно во время кризиса была изменена, ну, предыдущего финансового кризиса 2008-2009 годов, была изменена стратегия компании, в результате чего она из локального перевозчика стала транзитным, и с 11% транзитные пассажиры увеличили свою долю сначала до 60%, потом, как мы знаем, и более. И вот эта курица, которая несет золотые яйца, вдруг оказалась на грани выживания. Что тогда произошло и почему Бертольда Флика все-таки убрали? Это вопрос мне? Ага. Ну, на самом деле, это действительно самый главный вопрос, вопрос управления. В то время у Флика были неограничены практически полномочия по управлению компанией, данные еще предыдущим совладельцем компании САС. И вообще, это вообще вопрос не только для Air Baltic. Если выбирает управляющего, ну, владелец, допустим, владелец государства,
Если он выбирает управляющего, то он доверяет ему. Он доверяет ему, а тот отчитывается перед ним за свою работу. Отчитываться как можно? Показателями. Показателями роста, показателями эффективности. Но с этим-то далее. Было все в порядке как раз у Флика. В том-то и дело, в том-то и дело. Все было именно так, как и должно было бы быть. Но, как всегда, включилась политика. Включилась политика. Дело было не в плохом руководстве Флика, а в том, что просто его хотели убрать. Его хотели убрать, хотели поставить, видно, каких-то своих лиц. Я вижу именно так эту проблему. И, может быть, даже когда я писала, я еще до конца тогда не понимала всех этих нюансов. Я просто описывала ситуацию в том виде, в котором она есть. Но я действительно хорошо помнила пустой аэропорт. Еще mm-hmm. до этих, кстати, задолго до этих, когда я ездила сама в аэропорт и видела там вот эти вот 6 самолетов, 3, которые утром прилетали, а ночью, ну, к ночи улетали. Что же там такое произошло? Ну, вопрос был, конечно, связан в одной из публикаций, об этом подробно, кстати, говорила, очевидно, с очень большими деньгами, которые можно было использовать для вот как раз решения вопросов во время кризиса, для улучшения парка самолетного, или как-то иначе, не знаю, говорят авиаторы. И была там такая проблема, когда по каким-то причинам, я многого не знаю, конечно, по каким-то причинам правительство хотело поменять самолеты на Боинге. Угу. Вы это тогда... очень большие контракты, очень большие деньги. Угу. Очевидно, можно предположить, мы этого не знаем, это и коррупция, но это только мои предположения, потому что чем были плохие самолеты, которые были закуплены Фликом, а их тогда уже было 30 с чем-то, да? Сегодня весь парк у нас составляет 40 или больше, может быть, самолетов. Около, ну, по крайней мере, Аэроболтик называл 40 в 19 году. Вот и опять же вопрос был связан с тем, что нужны были заемные деньги для покупки самолетов. Угу. Вот кто даст деньги, если национальная компания имеет свои голоса на акционерном собрании? То есть это либо должно дать государство, либо нужно взять где-то со стороны займы в банках. И вот там был большой вопрос, потому что государство в свое время отказалось финансировать развитие Арболтик, развитие аэропорта, потому что аэропорт и Арболтик – это очень связанные вещи. Аэропорт без Арболтика в то время вообще был ничто. В общем, ну да? Да, он обеспечил больше 80% перевозок. Да, да, угу. Именно так. И поэтому Флик нашел возможность в то время, нашел возможность финансировать компанию сам. Что, наверное, тоже не очень устраивало, опять же, правительство. Вот вмешательство совладельца в деятельность менеджера, на мой взгляд, это вот как раз ну, неправильный пункт, в принципе неправильный. Но оно было, и нужно было сменить. Правительство в этом плане, конечно, сильнее, потому что это правительство. И Флик был снят. Я помню, как тогда мы почти с возмущением говорили о его очень высоких зарплатах. Тоже, наверное, вспомните, да? Сколько-то там было, я пытаюсь вспомнить. Ну, где-то около 350 тысяч евро в год Флик зарабатывал. Да. Когда пришел новый управляющий, да, ему дали несопоставимо большую зарплату. Государство предложило, да. Вот в 2017 году Гаусс получал уже больше, чем 1,5 миллиона евро.
То есть, если Флик это было где-то 350-60, да, то тут полтора миллиона. Получается, ну, во сколько раз? В пять? Четыре, в пять раз. А Гаусс, в отличие от Флика, не демонстрировал, в общем, управление такого же уровня, как было с Фликом, как мне кажется. Опять же, я пытаюсь вспомнить, сейчас уже все очень давно это было. По-моему, Гаусс уходил из венгерской компании, когда она банкротировала. То есть у него не было опыта подъема компании. Почему его пригласили, я и сейчас не понимаю. Это вот вопрос, который висит в воздухе. Я ничего не имею против этого человека лично, но как менеджер, мне кажется, он гораздо слабее. И это показывает сегодняшняя ситуация. Сегодняшняя ситуация, когда, конечно, тяжелейшая ситуация. Такого никогда не было. Ковид, полностью закрыт туризм практически. Ну, почти закрыт. Тем не менее, некоторые авиакомпании находят и в это время возможность предоставлять для транзитных пассажиров свои аэропорты. Конечно, самый для меня сегодня самый такой показательный пример – это не Европа, а может быть, а Турция. Через турецкий аэропорт можно улететь куда угодно. Летают из России через Турцию, к примеру, в Хорватию там или Сербию. Мы летали в Америку через Турцию, да, не через Хельсинки, а через Турцию. Это очень удобно было и так далее. То есть есть менеджеры, которые понимают, что нужно делать сегодня. Нельзя было терять возможности для аэропорта как транзитного. Да, конечно, местных пассажиров сегодня будет гораздо меньше. Так как и раньше было меньше, чем транзитчиков. Пытаюсь опять же вспомнить, где-то у меня было. Сколько процентов? По-моему, 60% транзитные пассажиры, по-моему, да, занимали. Ну, это да. Было уже в 2011-м было 60%. Мне кажется, потом доля росла. 80, да, до 80. 80. То есть вот эту возможность... Да, деньги аэропорт получает. Я тоже не очень понимаю, для чего. Я не очень понимаю. 250 миллионов уже выделено. Для чего? Вот не очень понятно. Чтобы новые самолеты купить. Чтобы поддержать неработающих... сотрудников, еще для чего-то, вот не очень понятно. То есть государство деньги дает сегодня, которые не давало когда-то на развитие. Вот что, да? На развитие Флику когда-то государство не дало. Ему пришлось обращаться в банки. И потом там была, конечно, вот эта вот история с Крайбанком и так далее. Да? С кредитом. Но вот мне кажется, что самый главный вопрос – это вопрос управления. Если государство не справляется с управлением своей экономикой, то оно также не может контролировать управляющих своих государственных компаний. Ну, Ольга Андреевна, тут еще один такой тонкий вопрос. Да, вот Флик появился в Латвии в 95-м году, как вы написали. Он подвязался в агентстве приватизации, был лично знаком с нашими, ну, тогдашними олигархами Штелой и Шлессерсом. И, безусловно, его выдвижение на этот пост, оно во многом было связано с влиянием этих людей. То есть, как только они ушли с небосклона, ушли из политической жизни или их ушли, так и карьера Флика закатилась. То есть, Гаусса, допустим, пригласили уже, так сказать, новые политические силы. Они ему обеспечили не только, как вы уже сказали, высокую зарплату, но и большой кредит доверия. И казалось бы, что в этой ситуации он... имея такую большую поддержку, мог
пролоббировать для себя или для авиакомпании какие-то, ну, другие условия, нежели она получила. Ну, конечно, она получила деньги, но тем не менее она уволила много сотрудников, ну и Флик увольнял, это не первый раз происходит. И самое главное, она потеряла свои позиции. И в этой ситуации я хочу вспомнить не Турцию, а наш ближайший, так сказать, пункт – это Польша и авиакомпания «Лот», которая просто в этой ситуации очень борзо взялась за любые перевозки. Просто у меня, так сказать, личная история была связана с тем, что когда из Лондона в Ригу запретили полет, человек улетел «Лотом» в Вильнюс. И при посадке Лот сказал: нас не интересуют ни ваши анализы, ничего, ваш посадочный талон, паспорт, все, мы вас берем на борт. А как вы будете разбираться там с эпидемиологическими делами по прилету, это ваше дело, как бы мы в это не вмешиваемся и никак на это не влияем. Ну, то есть это, ну, с моей точки зрения, такая агрессивная, нормальная политика, захват кусков, которые падают со всех сторон и которые надо просто, ну, оперативненько прибрать к рукам. В этой ситуации, ну, самым логичным было бы для Air Baltic как раз сохранить какую-то свою привилегированную позицию, однако этого не произошло. То есть механизмы лоббизма как-то, ну, перестали действовать, или просто у Гаусса, ну, нет такой мотивации, это не тот человек, который будет рубашку рвать за латвийские интересы. Люся, с тобой согласна абсолютно, и прекрасный пример Польши, но если вернуться к Флику, это был человек, который много лет уже до этого работал в Латвии. И он был знаком не только с политиками, он занимался действительно вопросами приватизации крупных компаний, в том числе, я там где-то упоминала, и Латвесгаза, приватизации, где участвовали и Россия, и Германия. То есть он был действительно специалист высокого достаточно уровня, знавший хорошо местную ситуацию. Да, он знал политиков, он знал уже, что происходит в Латвии. И это, наверное, очень важно. И поэтому ему доверили управление. Я думаю, именно как эффективному менеджеру, который что-то уже успел показать. Мы не знаем, что там, каково было его влияние в тех вопросах приватизации Авелата, Латвесгаза и так далее. Но вот в моем понимании, возможно, я ошибаюсь, я только профессор, я не менеджер крупной компании и не член правительства. Но мне кажется, что вот управленец, он был неизмеримо более высокого уровня. Потому что, если опять же надо вспомнить, ведь не просто так развивался Air Baltic. Помните, была эта программа Лифрига? Ну да, да. Это же была программа привлечения туристов, которую практически спонсировал Флик Air Baltic. Угу. Да? То есть именно они вложили там, по-моему, около миллиона в рекламу за рубежом. До этого туризм рекламировался в основном внутри Латвии. Угу. То есть получали наши газеты, журналы эту рекламу, и она была, в общем-то, ну, ни к чему, потому что туризм – это такое международное дело. И это была идея тогда Шлессерса и Флика, не знаю, кто там был первый, кто второй, объединить эти две линии, то есть развитие Air Baltic и развитие туризма. Это тоже был грандиозный, на самом деле, грандиозный проект. И он же тоже сработал. Благодаря этому проекту тоже увеличилось количество пассажиров и количество туристов, которые приезжали уже к нам или ехали, или летели куда-то дальше. Ну, но я вспоминаю, кстати, Ольга Андреевна, был... управление. Да-да-да, были же специальные там пакеты,
для туристов, которые путешествуют транзитом и останавливаются на ночь в Риге, предоставлялись особые цены и, в общем, всячески их заманивали. И так далее, конечно. Это был большой проект, и там Флик показывал себя как эффективный управленец. Да, хорошо. Почему это не происходит сегодня? Ну вот. Давайте мы об этом поговорим после перерыва. Сейчас буквально две минуты рекламная пауза. Не переключайтесь, ждем ваших звонков в студии. Давай. Вы слушаете радио Болтком. Болтком. Продолжаем программу «Подоплёк». Обсуждаем сегодня Air Baltic, руководителя этой компании, менеджмент этой компании и удивительные метаморфозы, которые происходят в отношении государства к этой компании. Итак, мы вспомнили сейчас, и нам в этом помогает профессор Балтийской международной академии, доктор экономики и моя коллега Ольга Андреевна Павук, что в 2009 году во время кризиса компания не только не упала, так сказать, совсем на дно, но она сделала рывок, изменила свою стратегию и стала компанией, которая в основном зарабатывает за счет транзитных перевозок. Она, кстати, стала одним из крупнейших игроков в транзитных перевозках из России, уступая только Люфтганзе в тот период. То есть налицо большие успехи, они как бы видны были невооруженным глазом и по количеству перевезенных пассажиров, и по росту парка, и по росту влияния, которое показал тогдашний руководитель компании Бертольд Флик. Однако его с этой позиции убрали и поставили на его место Гаусса, который руководит компанией сейчас. И если 10 лет назад государство никоим образом не помогало Air Baltic и вынуждало его фактически искать финансирование для обновления флота на банковском рынке, то сейчас Air Baltic получила 250 миллионов евро как единоразовую помощь от правительства. Это, наверное, самая крупная сумма, которую получила какое-либо предприятие Латвии в этот ковидный период. И сегодня обсуждается вопрос о том, что эти деньги надо как-то вернуть, а поэтому государство хочет выставить компанию на акционирование, на открытый рынок и так далее. Вот как вы оцениваете эту идею и какие плюсы и минусы она за собой влечет? Ну, первое, что я хочу вспомнить, опять же, вернуться на секундочку назад. Флик финансировал не только покупку самолетов, но и строительство терминала в аэропорту, если помнить, если помнить давние годы, да? То есть он все делал для того, чтобы развивать свою компанию. И делал это за свои деньги. Это просто реплика. А что касается акционирования, тут вопрос интересный, потому что, опять же, это вопрос управления. Вопрос управления. Компания может принадлежать государству, она может быть частной. Это не это самое, наверное, главное. А главное, кто будет заниматься управлением реально.
То есть это будет заниматься Министерство транспорта, или этим будет заниматься нанятый управляющий, ну, в данном случае президент. Вот мне кажется, что сегодня, то, что сегодня происходит, опять же, мне кажется, я не так глубоко погружена в дела авиакомпании. Мне кажется, что сегодня управление происходит все время с, ну, согласования владельца. Угу. А владелец не должен вмешиваться в управление. Он должен, ну, как бы сверху смотреть, что происходит, да, и вмешиваться, если только в крайних каких-то случаях, как говорят на акционерном собрании, раз в год. Ну вот мне кажется, что Гаусс, то, что он делает, он должен все свои шаги согласовать с правительством, с министерством и так далее. А там тоже нет эффективного управления. Угу. Вот мне кажется, что вот в этом все дело. И поэтому в данном случае перевод, в общем, компании в руки государства вряд ли изменит ситуацию к лучшему. Вряд ли. Я в это просто не верю. Я просто не верю, потому что управление – это самый главный вопрос. Кто будет управлять, а не кто владеет? Ну, то есть получается, что в данном случае государство, ну, умывает руки, оно выставляет компанию на акционирование, хочет вернуть свои деньги, но при этом будет вопрос, кому принадлежит контрольный пакет. То есть если не выставляется на продажу контрольный пакет, а государство сохраняет рычаги управления в своих руках, то, соответственно, ну, новый президент снова будет бегать в Министерство сообщения, заглядывать в их очи и пытаться найти умный ответ на свой вопрос. А этого умного ответа априори нет и быть не может. Такое бывало в истории, не только авиации. Такое бывало в истории. В истории наших банков такое было, не буду сегодня называть банк, когда приходил инвестор со своими деньгами и, будучи миноритарием, да, диктовал какие-то свои условия президенту банка. И потом, когда банк банкротился, да, ну, пытались, президент пытался говорить, а мне вот акционер приказывал. Угу. Акционер ничего не должен приказывать управляющему. Вот в этом главное, понимаете? Угу. И поэтому что будет в данном случае? Ну, мы можем тоже отойти чуть-чуть от авиационной темы и посмотреть на порты, которые тоже сейчас меняют, пытаются прибрать к рукам. Практически уже прибрали. Но вопрос, опять же, не в том, кто владеет, да, а кто будет управлять этими портами. Если это будет Министерство транспорта с сегодняшним министром, ну как-то вот мало верится, что там будет что-то происходить очень хорошее. Потому что грузы возят не министры, грузы возят перевозчики. По железной дороге или пассажиров по воздуху или фурами по шоссе. Возчики, они создают экономику. И им нужно доверять в данном случае, потому что они не должны... Ответственный управляющий будет делать все, чтобы его компания росла и развивалась. Ну вот... Такой мой вот взгляд на это все. Ну, понимаете как, получается, что на самом деле результат вот в текущей нашей, так сказать, экономико-политической ситуации латвийской, результат вообще ничего не определяет, потому что у Флика был результат, его сожрали, а у Гаусса в данный момент нет результата, но он сидит на своем месте ровно и получает субсидии от государства. Можно ли таким образом предположить, что, ну, вообще вот в политикуме отсутствует эта
ориентировка на результат, на эффективность, на производительность труда, там, на какие-то ну, действительно экономические результаты и показатели, коль скоро ну, разные дыры и разные проблемы можно затыкать просто вот заемными деньгами, которые просто распухли у нас, получается, за ковидный год вдвое, да, ну, то есть мы вступали, там, правительство Каринша вступало в полномочия свои в 7 миллиардами и внешнего долга, сейчас это почти 13. Я бы согласилась с тобой. Я опять же привела бы пример вот, ну, каких-то непонятных подходов к решению вопросов экономики. Сегодня мы слышим, что отрасль транзита и транспорта для Латвии не важна. Это тоже уже озвучивают наши министры и премьер и так далее. Да? Все это мы слышим. Взят курс на IT-технологии через 30 лет. Тот же Шлессерс еще в середине 90-х годов пытался предложить этот курс, когда говорил о том, что Латвии надо перенять опыт Ирландии. Опять же, никто уже сейчас этого не помнит. И если посмотреть уже не на транспорт, а на IT-технологии, да, сегодня действительно что-то делается, и вот парк на территории ВЭФа технологически развивается и так далее. Но если сравнить эту отрасль, очень важную, с высокой добавленной стоимостью, то у нас она развивается гораздо хуже, чем в Эстонии и в Литве. На это есть цифры, не буду сегодня их приводить. А что касается отрасли транспорта и транзита, ну, по-моему, это почти экономическое преступление. Потому что не мы придумали то, что мы находимся на территории, соединяющей Европу с восточными странами. И не мы придумали то, что у нас есть море, и у нас есть порт, которому тоже уже много, не один порт, три порта сегодня есть, да, одному из них более 100 лет. И, говорить, что вот эта отрасль нужна, а эта не нужна, это неправильно. Все энергии нужны, все эти отрасли важны для Латвии. Их надо развивать, а не пытаться там развивать одну и топить другую. Мне кажется, это все нелогичным, нелогичным по меньшей мере, а может быть даже и, можно сказать, более остро, что это практически экономическое преступление задвигать отрасль, которая несет, в общем-то, там золотые яйца. Аэробика – это одна из составляющих этой вот важной для Латвии отрасли. У нас есть звонки, давайте послушаем радиослушателей. Важно, да? Ольга Андреевна, сейчас мы послушаем радиослушателей. Добрый день, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот на ваше мнение, да, вот с тем же самым козом, да, которые должны были в марте прошлого года прекратить. Один только вот вякнул против, это не мир. Вот тут же лишили гостайна и выгнали из правительства. Угу. Вообще, вот за это кто-то понесет уголовную ответственность за КОЗ, за порты, или вот управляющий американский, он специально поставлен, чтобы из портов сделать базы НАТО, там еще действует только по их указачке. Спасибо большое. Угу, спасибо вам. Ну, вопрос риторический, мне кажется, да. Уголовной ответственности у нас вообще за такие вещи не предусмотрено, насколько я понимаю. Ну... Конечно, политики никакой уголовной ответственности не несут. Ну и потом, ничего нет плохого, если в порту будет и база НАТО. Это все равно в плюс, а не в минус, понимаете? База НАТО – это тоже, в общем-то, деньги в экономику. Поэтому тут как бы ну, не в этом дело. Дело в том, что нужно вот, то, что нам несет рост экономический, да, все должно, нужно развивать. Пока у нас вот проблема с экономическим ростом, я бы так сказала, как экономист. Проблема в том, что Латвия не может обеспечить устойчивый, равномерно устойчивый экономический рост на протяжении вот всех лет после распада Союза.
Ну, Ольга Андреевна, вам же возразят многие, что у нас были хорошие цифры. Вот, ну да, мы упали больше всех во время кризиса 2008 года. Мы там потеряли 25% ВВП по самым скромным оценкам. Но потом-то мы все время росли. Но другое дело, что мы достигли до кризисных показателей, наверное, где-то к году 2017. Но в отчетах-то все было красиво, поэтому вот вы... Говорите, что Латвия не может обеспечить рост, а она росла. Вот. Это не рост, это догонялки. Угу. Это большая яма, из которой мы потом много-много лет, 10 лет опять же почти выбирались, вернулись обратно на ту позицию, которая была до того кризиса. Это не хорошо для нормального развития экономики. В постсоветских странах или в странах с переходной экономикой, там рост должен быть неуклонным и постоянным. Некоторые страны могли это сделать. Вот та же Польша, мы уже сегодня ее приводили в пример. Польша многое делает для того, чтобы свою экономику поддерживать. Почему это происходит? Опять же, у меня... могу только предположить, что там достаточно высокий уровень экономического потенциала, экономических знаний, я бы так сказала, то есть науки, которая связана с управлением государством. Всякие многие вопросы решают вопреки указаниям сверху от евросоюзовских органов. Они это делают постоянно. Таких примеров я могу привести, ну, как минимум два вот прямо сходу. Сейчас. Какие это? Ну, один из примеров – это субсидии сельскому хозяйству, которые они смогли выбить себе больше, чем им предлагалось. Да? Это очень важно было для Польши, потому что это в большой степени, это не только индустриальная страна, но в большой степени и развитое сельское хозяйство. Да, у нас польские помидоры, польская свинина, да, а везде. Это, ну, для меня это прямо очень такой позитивный. Это сокращение пенсионного возраста, вопреки указаниям Евросоюза. То есть они таким образом на рынок труда, да, выпустили больше молодежи. Угу. Это тоже совершенно нестандартный подход, и поляки не боятся принимать такие решения. Это для меня это вот кажется очень важным. Но есть и другие вещи. Та же приватизация, которую они не спешили проводить. Вот еще один вопрос. Да. Почему они устояли в кризис 8-9 годов? Потому что они к тому времени не начали большую приватизацию. Об этом тоже почти никто не знает. Да? То есть мы быстренько, мы и все остальные страны, большинство, да, мы в своей шоковой терапии быстренько-быстренько все позакрывали и как бы и кое-что открыли. Я не могу сказать, что ничего не делалось. Поляки придержали, при том, что это было вообще самое, казалось бы, либеральное с точки зрения новых преобразований государств. Да? Но экономисты понимали, что нельзя сразу, в общем-то, все это менять, потому что нужно обеспечивать еще вот и рост этот экономический. Я вот хочу тоже дополнить ваше панегирик Польши, потому что вчера как раз изучала тему Рижского вагоностроительного. Да, ну нормально, панегирики тоже нужны. Изучала тему Рижского вагоностроительного завода, этого пресловутого конкурса, который в итоге отобрали у РВЗ и отдали сейчас Шкоде вагонки. Ну, сама эта история конкурса, она такая скандальная, она продолжалась больше 10 лет фактически, и, чего там только не было. Но вот сравнивая ситуацию с Латвией и ситуацию в Польше, вчера вот бывший главный конструктор Рижского вагоностроительного завода Зигмунд Отто мне сказал, Польша сохранила свое вагоностроение, потому что заказы на новые вагоны они отдали своей компании ПЕСА. Это позволило ей обновить свои, так сказать, технологические ресурсы.
перейти на технологии 21 века и встать на ноги, когда она уже может конкурировать и, так сказать, на международном рынке. То есть она и в наших конкурсах тоже себя показывала и участвовала. Вот это, я понимаю, государственный подход. Да? То есть я не знаю, там приватизировали они эту ПЕСА или не приватизировали, или они уже изначально заложили в модель развития своего государства то, что они будут вагоны строить сами. А у нас вот такой, ну, я не знаю, псевдолиберализм или это какой-то такой бездумный, дурацкий либерализм. Когда мы открываем ворота вот для всех, ну, чемпионом в этом плане может служить, наверное, только грузинский президент Саакашвили, который для турецких перевозчиков открыл все границы и ничего с них не просил, а турки за въезд грузинских машин в свою страну брали там $200. При том, что от Батуми до границы там 15 километров, конечно, вся грузинская территория заполнена турецкими машинами, а грузинские перевозчики просто, ну, отдыхают и банкротируют. У нас есть звонок, давайте последний послушаем, что радиослушатели хотят нас. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот вопрос, кто жил и помнит 90-е годы и помнит правительство Годманиса. Я это хорошо помню. Я помню советское время от брежневских времен и кончаючи вот эту всю горбачевскую и так далее, всю эту дебердю, да? Короче говоря, наше правительство, которое руководил Годманис, и все эти окружали его, их можно назвать могильщиками латвийской экономики, потому что благодаря им мы все загробили, все, чего могли. Поэтому люди должны знать и осудить этих людей. Они после устраивали воровскую приватизацию, впоследствии они надули пузырь недвижимости, и дальше это продолжается. И дело в том, что не то, что мы латвийцы, латвийцы в моем понимании, это русскоязычные и латыши, должны вместе оценить этот весь дебилизм, оценить, потому что нас все время будут обворовывать со всех концов. Вот оттуда все начинается. Да, спасибо вам за ваше мнение. Да, я думаю, что не один Годманис тут внес свой вклад, свою скромную лепту в уничтожение. Ну, мы сейчас видим... Так категорично относиться к тому времени. Мы выбрали другой путь и сделали многое. Нельзя говорить, что ничего не было сделано и прямо угроблено все. Ну, я бы... хотела вернуться к нашим баранам. Мне кажется, я тоже как раз вот сейчас только-только подготовила для своих очерков, Люся знает, что я пишу очерки об истории экономической новейшей, по вагоностроению, по латвийскому вагоностроению. Так вот, то, что касается... этой темы, но она проходит вообще везде, сквозная, это коррупция. Коррупция останавливает многие проекты. Она их не стимулирует, а останавливает. Очень хороший пример – это как раз вагоностроение, вот эти вот бесконечные конкурсы по покупке электричек и дизельных поездов. Я уже устала считать, сколько... эпизодов этих было, да, вот, начиная с 2012 года. В 2006 фактически было принято решение о том, что надо обновлять подвижной состав, и были зарезервированы деньги. А вот и ныне там. А да. Ныне там, и сегодня нам говорят, что электричек новых не будет, потому что Евросоюз не дает деньги. А я думаю, Евросоюз-то тоже понимает, что он... дает деньги часто вообще в бездонную бочку. Угу. И такие большие деньги, которые предназначены для покупки электропоездов, то австрийская компания, то испанская, то еще какая-то. Вот сейчас уже говорят про Шкоду. Говорят, ну, теперь остановили уже покупку электропоездов. То есть вот, и это как раз вот связано с тем, что мы называем коррупцией. Коррупцией в высших эшелонах власти. Это останавливает. Это останавливает многие экономические проекты.
Это вот беда, с которой я не знаю, как справиться. Потому что, ну, если сама власть с этим не справится, потому что она участвует в этих процессах. И от того, что меняются там мэры или еще что-то, от перестановки слагаемых ничего не меняется. Да, это очень прискорбно, конечно, что мы имеем дело с таким, ну, как бы, антинациональным подходом в высших эшелонах власти, потому что действительно по делам их узнаете их, говорится в Библии, да, а вот эти дела как раз они и проявляют то, что, к сожалению, решения принимаются вопреки экономической логике, вопреки интересам национальным, и, к сожалению, они заставляют очень тревожиться за будущее, потому что, ну, если не остановить этот процесс такой разграбления ресурсов, то я не знаю, к чему страна может прийти. Но сегодня мы говорили о национальной компании Air Baltic. Она сейчас переживает очередной кризис, получив деньги от государства в прошлом году на пополнение уставного капитала. Она теперь вынуждена, наверное, искать какого-то стратегического инвестора. И то, как будет развиваться дальше этот процесс, мы увидим. Единственное, нам бы хотелось пожелать, чтобы все-таки те позиции, которые Латвия завоевала на международном авиационном рынке, каким-то образом преобразовались, ну, в другую модель, может быть, частично пассажирских, частично грузовых перевозок. Может быть, найдутся опять светлые головы, которые, как Бертольд Флик в свое время, вытащит Мюнхгаузена за косичку из болота вместе с лошадью. А мы будем наблюдать за этими событиями, стараться их объективно освещать с цифрами в руках, как это делает наш сегодняшний собеседник, профессор, доктор экономики Ольга Андреевна Павук. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо радиослушателям за ваши звонки и за неравнодушие. А программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго, до встречи через неделю. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Балткома.